Ведущие мировые производители нефти предложили сократить добычу, чтобы поддержать падающие цены на фоне эпидемии коронавируса и снижения спроса. Сейчас стоимость за баррель колеблется в пределах 50-52 долларов. ОПЕК во время заседания в Вене предложила сократить добычу во втором квартале 2020 года на 1,5 миллиона баррелей нефти в день. При этом продлить существующее сокращение, которое составляет 2 100 000 баррелей в день и истекает в марте. Мы собрались в то время, когда вспышка COVID-19 оказала значительное влияние на прогнозы в отношении роста экономик и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. То есть ситуация на нефтяном рынке настолько неопределенная, что поодиночке справиться с ней будет невозможно. При этом предложение ОПЕК имеет условия. Организация заявила, что сокращение возможно только в том случае, если его поддержат Россия и другие страны-наблюдательницы в картеле. Ранее Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о рекомендациях по дальнейшему снижению производства. Цены на нефть с начала текущего года снизились на 20% из-за излишков поставок. Теперь же падение ускорилось из-за быстрого распространения коронавируса. Если дополнительные сокращения в 1,5 миллиона баррелей утвердят, то оно станет самым большим для ОПЕК со времен финансового кризиса 2008 года.